В Марковской средней школе получают новые учебники. Коробки с книгами выгружают сразу в библиотеку. Всего 740 экземпляров учебной литературы для начальной и старшей школы. С начала года в школу поступило 5918 учебников. У нас, в общем-то, сегодня, можно сказать, очередной праздник. Нас радует, потому что мы получаем учебники в рамках комплекса мер по модернизации образования по Иркутской области, в частности, и обеспечение учебниками школ Иркутской области. Вместе с библиотекарем книги распаковывают и два представителя детского парламента. Девочки помогают библиотекарю уже не в первый раз, поэтому сноровки в распределении книг хватает. Эти учебники профильные, 11 класс, это выпускной класс у нас по профилю. Математическому занимается. Сейчас в школе обучается 600 учеников. Все они полностью обеспечены учебными комплектами. Их даже привезли с запаса. Ведь в следующем учебном году школа примет новых учеников. Это переселенцев с места затопления Богучанской ГЭС, более 50 человек. И жители поселка Луговое, которое теперь также входит в состав Марковского муниципального образования. Это одно из главных актуальных направлений обеспечения учебниками каждого обучающегося. И, как вы сегодня убедились в этом, действительно, в данной школе обеспеченность составляет 100%. Средний процент у нас в Иркутской области 86%. За счет средств экономии по комплексу мер мы предполагаем использовать, а оно составило около 32 миллионов. Я думаю, что эти средства позволят все-таки довести этот средний процент до более высокого. Пополнение комплектов учебной литературы – это далеко не единственное поступление нового инвентаря в Марковскую среднюю школу. В ближайшее время появится также спортивная и медицинская оборудование. Светлана Шабаренкова, Николай Крупченко. Новости сейчас.